Возьми петарик. Царь зверей, лев, застрял между деревьями. Еще застрял, яйца застряли, не может выйти. Туда дернется, оторвется, понимаешь? И теперь косой идет, заяц. Говорит, косой, смидишь, застрял. Помоги, говорит. Ага, чтоб я помог, а ты потом меня схавал, да? Клянусь, говорит, ты будешь моя правая рука. Хорошо. Ему косой помог, это поломал. В общем, яйца освободили, все дела. Теперь этот лев делает собрание, всем зверям говорит, что косой потребует от вас, вы должны все сделать. Если нет, со мной дело будете иметь. Хорошо? На другой день косой идет, а заяц видит лису. Как дела, рыжая? Нормально? Как насчет минета? Ты что, вообще? Хорошо, я Леве скажу, бля, с ним будешь делать. Хорошо, и короче, заходит туда в лес, в кусты, через 10 минут выходит заяц, доволен идет. На другой день волк идет. Как дела, серый? Нормально. Как насчет минета? Ты чё? Хорошо, с Левой будешь делать. Тоже ему отсасывает, он выходит, идет. Теперь на третий день медведя видим. Косолапа, ну чё там, как насчет медведя? Как насчет минета? Он говорит, идем. Через 10 минут заяц вылезает из кустов. Вот так, блядь, пидорас на собрание не ходит.